Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 21 февраля 2020 года, и я хочу вам показать очередную посылку от Еврофлоры. Буквально недавно Евгений был на выставке в Германии и привез оттуда новинки. А новинки — это новая серия пан метельчатых гортензий. И сейчас я буду раскрывать эту посылочку и посмотрим, какие же саженцы приехали ко мне. Вот так выглядит посылочка. Но она немножко перекосилась, потому что мы ее несли вдвоем с мужем. Так что сейчас будем раскрывать. Для чего нужна, я так понимаю, вот этот кулечек нужен был сверху. Это для того, чтобы, если пойдет дождь, чтобы не намокла коробочка. Отличное решение. И вот я сейчас этот кулечек снимаю. Так. Скотчики пока что наклеили. Уже вижу через побеги растения. Так, внутреннюю вытягиваем. Сейчас все раскроем, чтобы ничего не мешало. А тут у нас вот такая красота. Вот такая. Прямо с выставки. Замечательно. Так, что мы можем, как мы это можем вытянуть? Сейчас будем вытягивать. Ага. Наверное, надо вытягивать одновременно. Вот так выглядят они в коробке. Мне их почву увлажнил. Ой, какая прелесть. Так, один. Два сразу мне не получается вытягивать. И второй. Боже, да это практически взрослые кусты. Так. Вот такие вот кустики. И сейчас я вам поближе покажу, что же это за кустики. А кустики — это пандрия. Вот такие вот они. Сейчас я, наверное, вот так будет лучше видно. Так, что у нас тут есть? Высота его 1–1,20 м. Это пандрия. И панфлора. Вот это вот панфлора. Значит, его высота 80 сантиметров или же метр. Вот такие вот они рыхлые соцветия. Ну, классно. Классно, классно, классно. Вот кустики. А еще сейчас я развяжу кулечки, и мы посмотрим, как вот производитель делает. Сейчас я смотрю на основание кустика и хочу посмотреть, как его формировали. Вот видно, что этому кусту 2 года. Почему? Потому что старые вот эти вот побеги, они не похожи на 2-летний, 3-летний. Это 2-годичный побег. Вот его выгнали, и также коротко, как я, сделали коротенькую обрезку. А вот это настолько был вот этот побег, вот этот побег, вот этот и вот этот. Это были настолько сильные почки, да, наверное, хорошо корневая наросла. И ну, я уверена, что наросла хорошо, потому что если посмотреть под низ, тут все устелено корешочками. И этот фетр положен для того, чтобы ну, искусственный, да, вот эта вот штучка, для того, чтобы корневая не пересыхала и не выходила влага. А вот эти почки, вот эти вот побеги самые замечательные. Это вот настоящие побеги взрослого куста. Классно. Классно, классно, классно. Отлично. И вот этот кустик, конечно, меньше нужно будет формировать,
вообще уже готовый куст. И это у нас вот такой отличный кустик пандрия. Ой, даже не вытянешь. Пандрия. Вот такой замечательный. Ой, я такая довольна. Спасибо Еврофлоре. Всем сотрудникам. Вы молодцы, трудитесь. На наше благо. Так, а это у нас панфлора. Вот если тут открыть. А тут много корневой системы. Вот. И вот здесь видно, вот отличный побег. Вот отличный побег. Вот здесь внутри. И вот с основания. И можно обратить внимание, какие они сильные выходят у основания. И вот здесь вот такое разветвление. Ну, они сделали такое, чтобы пышный кустик был. И вот, ну, ничего, как говорится, ничего лишнего. Уже готовый куст. Все, вот мы рассмотрели сегодняшнее мое приобретение в Еврофлоре. Это панфлора. Пандрия и панфлора. И надеюсь, это не последние новинки, которые нам предложит Еврофлора. Всем спасибо, всем пока, всем цветущего сада. Пока-пока, встретимся в новом видео.